получается вот во что, смотрите. Практически диаметр отверстия сужен в два раза, если не больше. Вот так вот. Из-за этого люди жалуются, что батареи не греют. Вынимаем выкрученную нижнюю трубу. Ставим ее рядом с верхней. Сейчас поставим, чтобы упадло. И смотрим. Ну, так скажем, нижняя почище. Нижняя почище явно. Это тоже шлак много. Конечно, видите, вообще зашлаковано. Вот из-за этого трубы все-таки надо периодически менять. А вот что делается в стояке. Давайте заглянем внутрь. Не забудьте подписаться. Иногда выкладываю что-то интересное. Всего доброго, спасибо за внимание.